Добрый день, мои дорогие любители вязания. В первых видеокадрах вы видели скатерть, вязанную вот с таких вот мотивов. Я думаю, что не только скатерть, с этого мотива можно связать все, что угодно. Так, вам понравилась идея, присоединяйтесь, мы сейчас это свяжем. Мотив вяжется достаточно просто. Я буду вязать очень тонкой ниткой, потому что с большой нитки он, конечно, будет смотреться не так, но моя задача еще вам показать, как его соединить. Поэтому так, чтобы они были уже одинаковые, будем вязать и с этой ниточки тонкой. Крючок у меня будет 1,1. Ну, а нитка, я думаю, 100 граммов, где-то, наверное, 700 метров, может быть, и меньше даже, точно не скажу. Первая воздушная петелька, и я вяжу 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 10 воздушных петелек мы с вами связали. Заходим в первую петлю, и я вяжу соединительную. Хвостик вдоль, с этой точки вяжем 1, 2, 3. Это будет у нас столбик. Еще 2 воздушных петли, расстояние между столбиками, накид, заходим под наше колечко и вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, накид, следующий столбик. Таких столбиков у нас должно быть 12 через 2 воздушных петли. Связали мы с вами столбики, и вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбиков. Последние 2 воздушных петельки, и мы соединяемся с третьей петлей подъема. Соединились. Вот что у нас с вами получилось, такое колечко. Теперь 1, 2, 3, это у нас будет столбик. Накид. Мы с вами заходим в арочку, в первую арку, и в нее вяжем подряд еще 3 столбика. 1, 2 и 3. То есть как бы на круг у нас получается 4 столбика. Накид. Заходим в следующую арку. В следующей арке тоже 4 столбика. 1, 2. Вот третий и четвертый. И так в каждую арку по 4 столбика с одним накидом. Мы обошли с вами все по кругу, и у нас должно получиться 48 столбиков с одним накидом. Мы заходим в первую, в третью, вернее, петельку подъема и соединяем. В итоге вот у нас следующий ряд. Далее, следующий ряд мы будем вязать столбик в столбик. Заходим в каждый столбик нижнего ряда, будем вязать столбик без накида. Их у нас тоже должно быть 48. Для того, чтобы, если у кого мелкая ниточка, маленькая, да, тоненькая, то можно отметить, где мы с вами начали вязать, и затем уже провязать 48 столбиков без накида по кругу. Обошли мы с вами все по кругу и связали 48 столбиков без накида. И теперь вот я с этой точки мы с вами соединились. Последний столбик вяжем 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. На кольце мы с вами пропускаем один столбик, заходим в следующий. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Опускаемся на кольцо. Один пропускаем, заходим в следующий. То есть мы должны с вами связать 24 вот таких вот арки из 5 воздушных петель. Один пропустили, зашли в следующий столбик без накида. Итак, по кругу 24 арочки. Итак, мы с вами связали арочки. Сейчас у меня 23, последнюю, 24 арку мы вяжем вот каким образом: 1, 2, 3,
накид, мы заходим в точку, с которой выходили. 4, 5. Вот таким образом мы с вами завершили вязать, и у нас здесь 24 арки по 5 воздушных петель. Мы находимся с вами на вершине арочки, а с нее вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Зашли под арку, связали столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мы опускаемся в следующую арку в рядом и вяжем столбик без накида. Связали мы с вами столбик без накида. У нас получилось, видите, вот такая большая арка. Нам еще нужно связать 1, 2, 3, 4, 5 маленьких арочек. То есть сейчас что мы с вами делаем? 1, 2, 3, 4, 5 под арку. 1, 2, 3, 4, 5 под арку. Это вторая. 1, 2, 3, 4, 5. Третья арочка. 1, 2, 3, 4, 5. Вот сюда четвертая арка. И 1, 2, 3, 4, 5. Пятая арка. Смотрим. Вот наша большая арка. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. И вот теперь сюда мы будем вязать вот эту большую арочку. 1, 2, 3, 4, 15 воздушных петель мы с вами связали. Заходим под арку и вяжем столбик без накида. Далее опять продолжаем вязать маленькие арочки. У нас должно быть с вами вот таких 4 арки. Продолжаем. Так, смотрите, у нас вот, видите, получилось 4 уголочка. Вот с этой точки мы начинали. У нас вот 1, 2, 3. Вот это 4 арка. Пятую мы с вами должны сделать, опять-таки, как и в предыдущем ряду. 1, 2, 3, накид. Мы заходим в точку, с которой начинали. 4, 5. Вот теперь у нас с вами ряд завершен. Далее. 1, 2, 3, 4, 5. Мы заходим с вами под первую арочку и вяжем столбик без накида. Вот мы получили с вами первую арку в следующем ряду. Далее мы переходим под большую вот эту вот арку и будем вязать 21 столбик без накида. Вот так вот помещаем один в один 21 столбик. Мы с вами сюда поместили 21 столбик без накида. И теперь соединяемся сразу же с первой аркой по ходу движения. Соединились. И далее вяжем арки из 5 воздушных петель, которые соединяем под арки нижнего ряда. 1, 2, 3, 4, 5 под арку. 1, 2, 3, 4, 5 под следующую арку. И 1, 2, 3, 4, 5 под арку. И сразу же переходим на большую арку, в которой мы вяжем с вами 21 столбик без накида. 1, 2, 3, 4 и большая арочка. Обошли мы с вами очередной ряд. И теперь последняя арка. 1, 2, 3, накид в точку, с которой выходили.
столбик с одним накидом. Вот так, завершили. 1, 2, 3, 4, 5. Мы заходим вот под первую арочку, идущую по ходу движения. Есть. Теперь 1, 2, 3. Накид. И вот теперь здесь мы с вами считаем. 1, 2, 3. И вот у нас четвертый столбик. Мы зашли в четвертый столбик и вяжем столбик с одним накидом. И таких столбиков у нас будет 15. Вот так вот подряд в столбик нижнего ряда мы заходим и вяжем столбики с одним накидом. 15 штук. Смотрите, мы с вами связали 15 столбиков с одним накидом и не довязали 3 столбика. Вот 1, 2, 3. Значит, вот с этой стороны 3 столбика и с этой 3 столбика не провязаны. 15 столбиков у нас с вами есть. Теперь 1, 2, 3. Мы заходим под первую арку и будем вязать арочки из 5 воздушных петель. 3, 4, 5 под арку. 1, 2, 3, 4, 5 под арку. 1, 2, 3, 4, 5 под арку. И с этой арки, что мы с вами делаем? 1, 2, 3, накид. Считаем на нашем кольце. Вот у нас 1, 2, 3. В четвертый столбик зашли. И вяжем 15 столбиков с одним накидом. Обошли мы с вами этот ряд, связали столбики. Завершаем ряд точно так же, как и все два предыдущих или три. 1, 2, 3, накид. Вот с этой точки мы с вами выходили. Вяжем столбик с одним накидом. И у нас, видите, вот 1, 2, 3. 1, 2, 3. Три арочки на каждой из сторон. С этой точки мы вяжем с вами 1, 2, 3, 4, 5. Зашли под первую арку, столбик без накида. 1, 2, 3, накид. Заходим в первый столбик, столбик с накидом 1, во второй столбик вяжем, и в третий вяжем с вами третий столбик с одним накидом. Теперь 2 воздушных петельки, накид, и продолжаем вязать столбики. Опять-таки 1 столбик, вот второй. И вот третий. 2 воздушных петли, накид. И далее мы с вами опять вяжем столбики. У нас должно быть с вами 5 таких наборов по 3 воздушных петли. Смотрите, я закончила вязать столбики. У нас получается 1 набор, 2, 3, 4 и 5. Между ними по 2 воздушных петельки. Теперь мы переходим на сторону. 1, 2, 3. Мы заходим под первую арочку, столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5. Под вторую арку. 1, 2, 3, 4, 5. Под третью. И далее 1, 2, 3. Накид. Мы заходим с вами в первый столбик и опять разбиваем с вами 5 наборов по 3 столбика через 2 воздушных петельки. Итак, смотрите, я обошла и уже закрыла этот ряд, как всегда. То есть ничего нового я здесь вам не покажу. У нас получается, видите, вот по 2, по 2 арочки на стороне, и углы оформлены вот как.
У нас теперь последний с вами ряд. Я прям с этой точки вяжу 1, 2, 3, 4, 5. И захожу под арку. Столбик без накида. Вот у нас получается из двух арочек получилась одна. 1, 2, 3, 4. Я делаю накид. Захожу в первый столбик. Не довязала. Захожу во второй столбик. Не довязала. И в третий столбик. Не довязали. Соединили вместе и закрепили. На этой вершинке мы с вами вяжем пико. Из трех воздушных петель возвращаемся. И завершили это пико. Теперь 1, 2, 3. Я захожу под эту маленькую арочку, столбик без накида. 1, 2, 3. Накид. В первый столбик не довязали. Во второй столбик не довязали. И в третий столбик не довязали. Соединили. Закрепили. 1, 2, 3. Сделали пико. 1, 2, 3. И опустились на вот эту арку. Итак, мы с вами вяжем все вот эти наши еще оставшиеся 3 набора. Связали мы с вами вот 1, 2, 3, 4 и 5 столбик с пико. И теперь должны перейти на вот сторону. Пико связали. 1, 2, 3, 4. Переходим под арку. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Следующий столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Находим и провязываем дальше наш уголок. В итоге мы с вами получаем вот такой вот мотив, да, все углы обвязаны. Сейчас мы с вами еще поговорим, как мы соединяем эти мотивы. Итак, давайте поговорим, через какие элементы или какое, как идет соединение наших этих двух мотивов. Вот смотрите, я связала вот одно, второе, третье. И на четвертое пико мы будем с вами соединяться с двумя мотивами. То есть вот эти два будут соединяться здесь. Да? Вот эти два сюда. Центральный у нас остается не задействован. Центральный мотив не задействованный. Поэтому сейчас я что делаю? Вот один, два. И мы должны теперь с вами поймать вот это пико. Завершить 3. И делаем пико. Завершаем. Теперь 1, 2, 3. То есть дальше мы просто с вами вяжем наш мотив. Вы знаете как. 3 воздушных петли и вяжем эти столбики. Итак, смотрите, я связала вот следующий. Это у нас последний этот столбик. С пико 2 воздушных петельки ищем на нашем готовом мотиве. Завершаем. И теперь должны перейти на сторону. На сторону мы переходим с вами 4 столбиками. 4 воздушными петлями. Соединились. И теперь у нас здесь с вами 1, 2, 3. И мы соединяемся с третьей петелькой уже готового мотива. 4, 5. Опускаюсь на арочку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Накид. Вяжем этот столбик и соединяемся через
пико. Итак, смотрим, мы с вами соединились вот с первым пико, со вторым. Далее мы с вами вяжем, если у нас есть мотив, будем соединяться вот с первый, второй, третий пропускаем, четвертым и пятым набором и соединяемся с этой арочкой одной. И так соединяемся по кругу, соединяем круговое полотно. Я сейчас довяжу, и мы посмотрим уже готовый результат. Итак, я вот завершила второй мотив и присоединила его. Как вы видите, получается очень красивое кружевное полотно. Ну, а на этом моменте хочу с вами попрощаться. Понравилось вам видео, ставьте лайки, подписывайтесь. А вам творческих успехов и до скорых встреч!